Корея. Привет, мой дорогой зритель. Ну что, продолжается наш мини-сериал 365 дней в Корее. И да, снова я на работе. 2 дня отдохнул. И с утра поехал с Антохой на Самушиль. И почти в самых первых рядах забрал меня какой-то дед. Едем. Смотрю, приезжал у нас любимый Донхэ в центр города. А здесь какая-то супер стройка, супер разборка. Я только не знаю, то ли это полицейский участок, то ли какой-то финансовый дом. В общем, ломают туалет на первом этаже и на втором этаже. Ну как ломают? Уже, короче, сломали. На первом этаже уже все сломали. И на втором сейчас доламывают. Ну а моя задача кататься на хурме, загружать тяжелый мусор, как тяжелый строительный мусор, короче. В общем, сейчас покажу, может быть. Корейцев тут дофига, все что-то возмущаются, все что-то на меня так смотрят, кос. Выдали вот такой супер костюм, жилетку, каску, маску, ну короче, все как положено. Ладно, смотрим. Вот с утра здесь была большая куча, ну а сейчас дед работает. Ченч, арасайо, давай. Ну что, помог немного деду раскидать. Пойдемте на втором этаже, посмотрим, как там процесс происходит. Что, если меня сейчас напрягут работать? Эли, ирадага, мозимай нандаго, ирадзи марго, я бинил чико хараму, колтерио. Вот бинил чимо сарами, андарина. Техника. Вот это я понимаю, вот так надо стены ломать. А не то, чтобы привыкли кувалды, долбишь, пока весь потом не залешься. А тут вот гидравлический пресс-резак. И вот получается со второго этажа, вот, где они режут, вот через дырочку подается сюда. А здесь мы уже на хурму. Одна хурма, вторая, и вывозим потихоньку. А это гудит, правильно, это вытяжка гудит. Вон они сейчас начнут скидывать. А может и не начнут. Короче, вот это все сейчас будем вывозить. Сначала водичкой, конечно, польем, а потом будем вывозить. Зачистили мы с дедом этаж, вроде вот так вот получилось, вот так вот все получилось. Здесь еще сейчас отбивать, конечно, все будет.
Ну и чтобы вы понимали, сколько здесь было мусора, пойдемте на первый этаж, покажу вам. Вот что у нас получилось. Вот такая вот большая гора. Я все в рот компот. Оказалось-то на втором этаже не один туалет, а два туалета. Ну, вот сейчас мы со второго туалета на хурмах возим и скидываем куда? И скидываем туда же, в ту же дырку, что и до этого. Процесс. Вы приехал, разгрузился, поехал за следующий. Поехали, прокатимся с вами. У меня уже тачка стоит, ждет, готова. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Что у нас сегодня на обед? На обед у нас сегодня пё? Пё? А? И рым пё? Пё, ну, сегодня пё у нас. Кимчи. Бутурана? Ну, пё. Кенчунэ? Кенчунэ? Урисалам. Пё, пё. Ну что, мой дорогой зритель, вот так мы и работаем. С утра кореец меня опять удивил. Они все тут озабочены. Короче, увидел такой, с утра меня хоп, а у меня тут сумка, а он думал, у меня член такой большой. Ну это, я ему по руке хвать, говорю, а-та-та, нельзя так делать. Ну это было в часов 10 утра, а потом часа 2 сидим вот здесь, уже бандой корейцами. Сидим, о, ну, я тут стою, короче, тут корейцы сидят. Смотрите, какой у него большой сер. Но я там поднимаю, они все тут сидят. Я говорю, это не сер, говорю, это сумка. Это чутно, говорю. Капан, сумка. Они не понимают, я говорю, мне сейчас покажу такой хопа. Говорю, вот у меня сумка здесь. Спустя некоторый раздражающий долгий период времени. Ну что, время 4:30, даже уже без 20. Смотрите, куча-то и не уменьшилась как бы. Как приехали, такая была, так и осталась. Это потому что сверху добавляли все время. Ну, пойдемте покажу, что у нас в контейнере получилось. Вот наши лошадки рабочие. На этой колеса спущены, заколебался ее тягать. Это у нас, наверное, третья сегодня. Да, третья. Одним мгновением позже. Кстати, хотел что сказать. Пока ремонт делается в туалетах, поставили вот два таких. Женский и мужской. Закрыт, наверное, уже. А не, открыто. Смотрите, как все цивильненько. Вот вам писсуары, вот вам умывальничек с водой. Вот вам и мыло, кстати. Айман. Ну, все как положено. Вот вам и перчаточки. И унитазы смывающиеся. Вот это я понимаю сервис. Ладно, погнали мы домой. Ну что, мой дорогой друг. Время 6:15. Я уже на райончике, иду домой. По дороге зашел, купил себе яичек у бабки. Как обычно, ценник у нее не меняется. 30 за 5 чёрников. Вот такие дела. И это. Ну что хочу сказать. Ну работа сегодня была не такая-то и легкая. Конечно, не то, что мы там цемент по видовой катали. Но тоже, как бы, я бы не сказал бы, что супер релаксно. Но деды, кстати, попались нормальные. Вроде взял меня один дед на работу. Пока ехали, он второго подхватил. А по факту там приехали, там еще две бригады.
по 4 человека, не, по 3. В общем, вот такой бандой работали. Ну все, утром чам был, на обед поехали в половину, начали собираться, покушали, до часу отдыхали. Потом в 4, не, в 3 еще пошли, почамкали чукопайку с содой. В общем, такие дела. И давай мне уже под конец лайки ставить. Ну и я даже не стал говорить, куда мне везти. Он мне сам говорит, что на Санджон едем? Я говорю, да, когда? Ну и все, привез меня на Санджон. Короче, высадил. Смотрите, у нас сакура еще осталась, но уже осыпается так неплохо. Причем вот она, снег из сакуры. Ну я думаю, завтра вообще будет красота здесь. Можно будет не в снежки играть, а в сакурки. И бабу лепить не снежную, а сакурную. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья, конечно, жить богатство. И пока. Привет, мой дорогой зритель. Ну что, продолжается наш мини-сериал 365 дней в Корее. И сегодня мы куда? Опять мы попали на наш любимый объект. Большая кота. Ну как на любимый объект? В общем, короче, приехал я утром на офис. Была маза с Антохой поехать куда-то поработать. Там пульпаны, трубы, саподошки поподнимать. А мне говорят, нет, у тебя спецпроект, спецназначение. Деды сказали, ты вот такой вот работник. Так что сегодня же едешь опять на зачистку туалетов. Ну давайте покажу, что мы сделали за вчера. Ну точнее, как мы за вчера сделали. А, ну вот, кстати, нормально здесь дед под весь кафель подлупалял. Вот еще осталось сколько. Пойдемте во второй туалет посмотрим. И поднимемся, пожалуй, на третий этаж. Тоже там покажу. Здесь архив какой-то. Вот так вот. Ну и все. И где-то в 6:30 приезжает дед. Меня такой говорит, все, ты со мной, пошли, нефиг сидеть. Я опять со своим мини-ганом хожу. Здесь тоже, кстати, зачистили. Ну, зачистили, короче, а кафель еще, видать, не отбили. Я-то думал, я так сегодня уже с утра прошелся, посмотрел. Думал, сегодня закончим этот объект, а видать, еще и завтра. Но завтра, может, уже без меня. С одной стороны, деды вроде нормальные, но с другой стороны, работа что-то так себе. Но, бывает и хуже. И вот мы поднялись на третий этаж. Сейчас я тут смотрел, здесь один туалет всего. Ну или я просто только один туалет нашел. Может, тут и два. В общем, тоже кабинеты. Вот еще одна лестница. Ну и что у нас здесь? Здесь уже вот наломано. Кстати, все стены ошкурены. Красавчики. Красавчики деды. Ну а здесь вот тоже наломлено. Стены не ошкурены. Ну и будет у нас схема. Вот они, пещер сломали. Будет трехэтажный спуск. Вот эту трубу еще надо, конечно, чтобы они отпилили. И вот этот светильник чуть-чуть в сторону как-нибудь или вообще снять. И прям напрямую до первого этажа будет сброс
сброс строительного мусора. В общем, вот такая работенка. Как вы видели, дед уже там внизу что-то в этом копошится. Один дед. Но он мне вчера говорит, я китаец вообще. Я говорю, о, все, корона, убегаем. А все остальные корейцы ходят пока, так сказать, куй пинают. Ну и такое подсобное помещение на четвертом этаже. Это для работников немного расслабиться. Беговая дорожка не подключенная. И вот такой уставший тренажер. Ладненько, сегодня будет видео, наверное, еще меньше, чем вчера. А может, нет. Ну, хотя ничем не изменится от вчерашнего видео, но я кое-что поснимаю, конечно, повставляю, так что приятного просмотра. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Ну и что у нас сегодня на обед? Непонятно, рыба какая-то остренькая. Яичко с омлетом. И какой-то кинжанчик. В общем, сегодня не густо. Ну что сказать, обед, конечно, был вообще ни о чем. Вчера намного лучше, хотя бы пил, хотя бы мясо можно было поесть, а сегодня только рыба с рисом. Ну ладно. Короче, до часу что-то не стали отдыхать. Уже без 20, говорит, погнали на третий этаж, что-то будем делать. Ну, пойдем посмотрим, что мы будем на третьем этаже делать. Я думаю, скидывать мусор. Сначала все скинем, а потом уже будем вывозить. Ну все, погнала работка. My bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below. I got kissing results. Вот так после обеда мы накинулись на третий этаж прям всей бандой. И так что-то у нас пошло, что прибегает корейц, говорит, вы что делаете, черти? Там внизу такая куча. Ну и все, пошли мы вниз выгружать. Вон. На этот раз полничком накидали. Еды еще хотят добавки. Пока ехала пустая тележка. Все, накидали полное. We'll be right back.
время без 20. В 3 часа прекратилась выгрузка и начали просто скидывать с третьего этажа все, что осталось. До сих пор он кидает. Ну а мы поехали домой. Ну что, мой дорогой друг, вот и закончился еще один рабочий день. Уже 5 часов. Я на райончике, иду домой. Короче, что сказать. Сегодня денек какой-то был не очень. Ну как не очень? Что-то как-то потруднее. Просто корейцы с утра, пока я вам экскурсию проводил по этажам, чам корейцы схавали с утра. Прям не успели начать работать, уже давай хомячить. Ну и все. Ну и до обеда как-то время тянулось, плюс еще обед такой был стрёмненький. Ну а после обеда как-то понеслась работа. В общем, отработали. Ну, сами видели, какая куча осталась. В принципе, еще на один рабочий день. Но не знаю, надо ли завтра будет столько жить, 8 человек. Тем более, заказчик что-то с утра говорит, а сколько вас? Ему Садян говорит, нас 8. Он говорит, а у меня в списке 7. Он говорит, так вот, еще русский с нами, он без списка. Что-то начал, типа, русский нельзя, что-то зачем вы русского наняли? Ну, как я понял. Может, на самом деле не так оно было. Ну и все. И после этого что-то как-то на работу не стояло. Ну все, в принципе, отработали. Дед мне такой, не Садян, а кореш Садяна, который меня нанимает, говорит, типа, Нель, бать, типа, завтра приходи. Я говорю, ну не знаю. В общем, будет день, будет пища. Ну а с вами, как всегда, был канал «Привет с полей Кореи». Всем удачи, здоровья, счастья, конечно, жить богатство. И пока.